Hey guys, мы Шмики, мы продолжаем проходить игру под названием Ion Fury. Ну что, мы закончили какой-то там странный дом, замок, поэтому save game 16.1 Hellmounts. Amazing. I didn't think one Безумие, как один человек может сделать такое огромное построение? Ладно, давайте пока зарабатываем. 36 врагов всего лишь. Ну хотя, может, это будет босс. Нас так ведут, иди вперед, иди вперед. Главное, чтобы меня жопа не постигла. Так, дробовика у меня, кстати, уже и нету. О, блядь. Да, с пулями у меня траблики получаются уже начинаются. Происходят траблики. Хорошо, тогда давайте сейчас дробовик, так как у нас пули теперь есть. Это байт меня на эту. Ладно, пусть они идут потихоньку ко мне. Монатин ко мне просто на моих пулях подпрыгнул. Да, видите, то есть я в натуре сам тупил, еще и обвинял игру. Том, что она мне не сейвит эти финтиплюшки эти. Так, если что, я в воду прыгаю сразу. Не. Хотя я реально мог просто в воду прыгнуть, да и все. Так, мне показывают, что мне нужна эта кнопка. Обязательно. Ой, что-то там какая-то опасная херовина под водой. Хотя, видите, мог бы и по одному их забирать. Типа открывать и уничтожать. Хо-хо-хо. Так, здесь еще секретка в воде есть. Либо это предмет. Враги-враги, там враг. Короче, ждет меня веселуха, я чувствую, на этой локации. И что я с этого получил? Кстати говоря, я с этого ничего не получил.
походу, это как раз он один и был, да? Ха. Прикольно, хорошо. А если с другой стороны зайду? Я протолкнуть их не смогу? Просто я что-то думается мне, что сейчас будет очень плохо. Появятся псины, либо... Эй, ладно, плевать. Привет. Дальше дай моя псина. А, давайте дробовик. Там, она, сколько у вас там? Переходим на пистолет. Так, там есть трещина где-то. Здесь прохода нет, здесь прохода нет. Здесь есть пули для пистолета. Сейф, сейф, сейф. Нет, с такими чуваками лучше сразу в голову пробивать. А что я открыл? Ой, запись забыл. Так, подожди, я дверь опустил. Ага. Двенадцать пуль, короче, дает. Угу. Но нам только сюда. Блин, напугал. Так, ну водичку, конечно же, я прыгну. Блин, плохо то, что воздух у меня в натуре тут реально быстро кончается. Куда я попал?
to forgive us. This area may be less than kind to a pathetic, base, mortal human such as yourself. Куда я попал? Я хочу сначала тогда загрузиться в эту. Если я просто туда не попаду вообще, тогда окей. Пойдем этим путем, который мы нашли. Ага. На то я в натуре прошел... В новую локацию, если так посмотреть. А, да, вот я как раз здесь и упал, да? Тогда сделаем так, я пока буду сохраниться еще и в эту. Да, видите, то есть у меня было два пути, как сюда попасть. Подожди, я там, получается, столько секреток пропустил. Это, кстати, чтобы вернуться обратно, да? Блин, заметьте, нас теперь кормят этими пулями. Ладно. Да, я чувствую, буду прыгать по этим ядовитым хернюшкам. Хотя могу и сейчас пойти по ней. Хотя мне это ничего не даст, кстати. Пробежать, то я пробегу, но... Даст мне это реально ли что-то? А ведь мне туда нужно будет еще залезть. Кстати. Ловушка.
Хо-хо-хо-хо-хо. Блин, а вот это они, конечно, придумали платформинг. Будь осторожен. Береги свою голову. Ну, кто-то вон не сберег свою голову. Ладно, мы примерно понимаем, что сейчас произойдет. А, так это вот это было место. То есть хочу я либо не хочу, но лезть походу придется. Вау. Походу открывается херня. Я залезу туда. И я посмотрю, что там. Найс. Кто молодец? Я молодец. Почему? Потому что... Теперь я могу плавать. Ой, бля. Да, это место стрёмное. Не открывается. Не открывается. Пуль мало. А, дойдут сейчас. Блять. Но хотя бы он взрывчатку не кинул в меня. Будь он поумнее, кинув бы мне гранату, я бы сдох. А так повезло. Так, походу туда попасть можно. Вернул. Вернул все, что потерял. Хорошо. Ага. Вопрос, где он стоит? Так, желтые стены по бокам. Но это, по сути, не здесь. Ну, лучше, как говорится... Лишний раз не риск. Броню жалко. О, там что еще новенькое прицепили. За чужого. Найс. Nice.
Очередное место с пулеметом. Так, если что, запомнили. Тут есть пулеметы. Блин, я понимаю, что я могу просто пулеметом уничтожать, но... У пулемета еще не такая уж сильная убойность. Поэтому я тоже здесь не хочу слишком рисковать. Ага. Окей. Я догадываюсь, что сейчас будет. Берется труп. Кости. Походу начинается объединение тел. Ага. Ну, теперь нам, как говорится, сказали, как делаются эти чуваки. И даже показали. Теперь мы знаем, что это не робот на самом деле. А мутированные роботы. Это не роботы, но это мутированные роботы. Так, а теперь главное понять, где тут чувак стоял. Только не говорите, что типа... Так, это лифт. Это лифт или что это? На лифт не похоже. Ой. Ой-ей. Ой-ей. Гамнюк. Не будь я на чеку, меня бы уже врезались. Так, ладно. Хорошо. Лучше пусть буду так их атаковать. Ай. This is my boomstick. Бум-бим-бам-бум. Не, главное просто в голову. Если попадается в голову, то... Там кто-то очень быстренький побежал направо. Как лазеры отключить? Прикольно я себе сделал.
Да, ну сейчас. Там А я мог умереть? Ну блин, ну это было стрёмно, но я среагировал. Подожди, это... Ай. Ну, в принципе, 4 попадания, и на самом деле это, походу, теперь не так уж много по ним. Надо. Так, ну у меня есть карточка, я могу типа забить на этих чуваков. Потому что их тут еще убивать до херища. Так, я мог еще отсюда его расстрелять втихаря. Комбинезоны. Ну, чисто для чувачков этих. Блин, надо было... Хотя... Я почти все равно арсеналы не использую, поэтому... Ладно. Что, пойдем вниз, посмотрим, что оно из себя представляет? Да ладно. Что мне делать с тобой? Что это за лазеры? По идее, проход должен быть, но его нету. Ни хрена, так, 170. Ладно, плевать. Careful, Shetty. If you get lost down here, no one will ever find what's left of you. По сути, теперь и вода не очень безопасная, потому что в воде может зомби лежать. Ну, подвисло. Да, нам в основном предлагают воду, либо туда пойти. Ну тут чувак, кстати, мертвый.
Я не знаю, что здесь происходит. Ботинки. Если есть ботинки, значит, я могу запрыгнуть наверх, кстати говоря, с помощью ботинок и забить фиг на это место. Вот так, оп. Хотя, мне кажется, мне дальности прыжка не хватит. Попробовать как бы можно. Шанс, что здесь будет враги, 80% именно с люков. Оу. Да, блядь. Блин, они издеваются в натуре. Что? Что происходит? Что за тупые рылые лаги? Так, теперь в обратную сторону. Еба. Как же не бесят эти зомби. Воу! Ну и чему мне верить? Куда прыгать? Какой-то рычажок. Воу! Да что за фризоиды? Может быть, из-за того, что я сейчас сохраняюсь, у меня уже лагать начинает. Ага, синяя карта надо. Угу.
Аптечкам. Просто прыжок, контр и готово. Так, пулемет, я вижу пули, пачку пуля чувакам. Так, снова меньше нужного. Отличненько. Но, пулеметный. Ну, я говорю, есть... Блин, ну, пулеметные... С одной стороны, жалко их. Нифига там туннель. Музейчик. Ну, поплыли. Так стоит. Оп. Та... А, теперь у меня проблемы с пулями. Да, блядь, ты издеваешься, чувак. Так, мне броню снесли. И нихерово снесли. Я не знаю, что это я вообще за проход нашел. Ну, походу, неплохой я нашел проход. Ладно. Перекрут. Надо понимать, смогу ли я тут пройти. Ага, фиг там. Надо идеально это сделать. Угу. Отлично. Как вариант, я могу просто вернуться так же, как я сюда зашел. Но с другой стороны, я не знаю, где мне нужно активировать
кнопочки. Поэтому давайте все-таки через эту комнату зайду. Это же как в этом. Evil Within, помните, когда вот этот лазер проходит и убивает все живое? В натуре, прикиньте. Ладно, лучше присяду. Я говорю, это как в Evil Within. Ну, короче, обитель зла в первой части, когда они попали... Воу! Воу! Когда они попали в муравейник, и там как раз вот это... Они херню проходили. Там уворачивались от этих лазеров. Ну, потому что там чуваки, дурачки, пошли, а она пыталась их остановить. Они все равно пошли. Он сейчас бабахнет. Я помню. Ну, не бабахнуло. Нифига там еды. Я просто не понял прикола, почему меня вообще зажало. Так, ну что, нам сюда получается только. Хотя, подожди, я тут был. А куда мне идти? Тогда. Ну, погнали, братку. На это я закончил. Вот. Проход куда-то. А здесь нужна желтая ключ-карта. Так, она всегда была красной херней. Подожди, а этой двери, кажется, была закрыта. Да. Так, оттуда я пришел. Ладно, погнали. Да, я вспомнил, это то самое место. Только мне нужна красная ключ-карта. У нас есть красная, синяя. Отсюда, кстати, я, может, даже смогу допрыгнуть. Если так подумать. Я туда прыгаю, кстати. Я могу поп... А, если я бочку сейчас начну толкать, она в воду упадет. Да. Если я сейчас ботинки возьму, я попытаюсь перепрыгнуть. Давайте. Давайте попытаемся.
А, серьезно? Окей. Как он отсюда вышел? Зато я нашел, куда мне нужна эта ключ-карта. Who knew collecting mutants was a thing? Are you in here, Melvin? Я прикол понял, окей. Но я понимаю, что они вылезут. Потому что именно эти чуваки, наверное, входят еще в этот список, которых я должен убить. Ладно, поиграем пока через дробовик. Зомбяки. Тюпи зомбяки. Ладно, они так уж сильно меня покоцали. Не страшно. О, да. Да-да-да-да-да-да, об этом я как раз и говорил. На тех размажил эту толпучку. Зато сразу вся сотня подлетала. Так, подожди. Красное, это мне нужно само назад вернуться, да? Черт, он вышел.
Это бесит. Снова время. Че вы встали? А ну легли. Ай. Так, ладно, сюда еще зайду. Па-па-ра-па-па-пам, па-па-па-рам. Ты че, блин? Так, стоять. Это беспонтовое место. Я хочу теперь сюда пойти посмотреть, что здесь. Подожди. А-а-а-а. Ля, крыса, он попал. Тварюга попала. Либо... Ой. Блядь. Откуда они берутся? Не было, не было, и тут взялись. Как снег на голову. Consumer models. Эк. Ладно. Пим-пим-пим. Так, теперь у нас открылся там проход. Надо быстрее выйти. Ну, очередная ловушка, где сейчас попускать этих чуваков. Подопытных. Но их по-любому нужно выпустить, чтобы я сюда попал. Ладно. Путин-машина.
Так, я вижу упаковку, патрон. Это значит, что окно взрывается? О, зато я чувака в натуре убил этого, который втихаря мог на меня напасть. Еще сомневаюсь, чтобы он на меня втихаря напал. Так, эти, да, чуваки сейчас все освободятся, и мы сразу побежим тогда. Вот и все, я, короче, не буду с ним морочиться, просто взорвал его, да и хрен с ним. Никто тут не пытался сбежать из железной тюрьмы. Вот, найс. В принципе, он не может залезть, поэтому я даже пытаться не буду. Но броня, да, там хорошая валяется. Ой, бля, серьезно. Да, уже видите, совмещают и ездового, и обычного чувака.
Там еще один. Там паук где-то завис, поэтому пусть он там и сидит. Жду псинку. Так, враги, кстати, не прибавились. Если так посмотреть. Это странно. Ладно, пробуем. Да, врагов почти не прибавилось, значит сейчас будет ботик. А может сейчас что-то появится? Так, один есть. I like the way you die. Да, оружие для пулемета это очень хорошая вещь. Она против многих врагов помогает. Плюс еще, видите, дали костюм один. Лучше сохраняться. Хоть я мог сэкономить пули на самом деле. Ни хрена себе. Вот, видите, я отсюда пришел. Эй, подожди, это ж... Мы же тут уже были. What the fuck? Серьезно, это локация, которую мы уже были, кстати. Да, чувачки эти самые дикие здесь. А вот для чего это все было. Ha 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 ha!
Угу, туда и можно еще и попасть. Так, играем тогда за счет дробовика. Играем тогда за счет дробовика, потому что у меня нету... Блин, какие-то фризы появляются. Надо будет перезапустить игру. Просто я думаю, что нужно оставить для того, чтобы хотя бы пистолет потратить чисто на этих летающих дурачков. Не зря же там, наверное, лестница. А, да ладно. Чувачки. Просто вот стрельнул, игра зависла. Причины